Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста, что вы тут делаете? Работаю. А что именно вы делаете? Что сказали, то и делаю. А что конкретно? Батареи. Какую вы организацию представляете? Ну так, с личного разрешения. Влад, подойди, пожалуйста. Будем говорить, с его разрешения или нет? Какая дальнейшая судьба у этих батарей после того, как вы их грузите? Какая дальнейшая судьба у батарей, которые вы грузите? Что с ними дальше происходит? Завезем на цей, на лилё, на пусо. А там дальше что будет? Помоемся. А потом? А я не знаю. Смотри. Ребят, а что вы лица попрятали? Будьте любезны, скажите, это ваш начальник там, да, сейчас ходит? Нет? Да. Да? То есть все вопросы к нему? Да. Понятно. А вы откуда вообще сами? На ментов они не похожи, я говорю. Вы через КП въезжали? Ну, конечно. Поехали разбираться. Поехали. Номера машины. Заступили. А ты? Не, ну мы сейчас это самое, хотя по другому вопросу, именно по вопросу вот этого КамАЗа. Заступили, еще. Сейчас будем узнавать, будем выяснять. Спрашиваю, кто разрешил, говорит, по личному дозволу. Не говорит ничего конкретно, звонил кому-то там по телефону, говорит, знает кто, но ментов не похоже про нас. А, ты сегодня заехал, да? Да. Он любит у нас. Не знаю, я говорю, я только заступил буквально полчаса назад. Спрашиваем, проехали через КП? Ну а как еще? Это знаю, как еще. Ну там столько батарей, что... Они грузят явно конкретно, основательно, только что они грузили с универмага там этого нового, с гастронома, потом переехали к жилому дому. Перед этим еще где-то загрузили, да, да, да. В КамАЗ уже прилично. А? Номер машины. Какого там? Сейчас скажу. Сейчас. Там КамАЗ или кого? Какого девятка, да? АИ 7736АС. Это КамАЗ. Это КАУЗ. Это КАУЗ 99-й модель.